Химура, Канада. Ну что, разобьем арбузик? Да. Так, все готово. Начинаем игру. Отлично. Говорите, куда идти. Если представить, что ты в точке отсчета лицом к мнимой оси, то арбуз находится на 2 плюс 3 и... А? Что? В коске речь о комплексной плоскости. Идешь вперед на 3 и. И на 2 вправо. Вперед на 3 а? Что это вообще значит? Ты не помнишь комплексные числа? Серьезно? Ты ведь наукой занимаешься. Не стыдно? А у тебя, смотрю, проблемы с ориентированием. 2 шага или 2 метра? Хоть единицу измерения задавайте. Он здесь, да? Плохо стараешься, Тараски. Настоящий ученый разбил бы арбуз, имея эти данные. Он здесь? Или, может, тут? Теперь ваша очередь, профессор Икеда. Вообще-то я впервые играю в разбивание арбуза. Не знаю, получится ли у меня. Арбуз по координатам 3 плюс 7 и... Вперед! О, надо же, получилось. Арбуз был именно там, куда ты и указала. Ну что, ты удивлен, Коске? С помощью мнимых координат никак не определить расстояние до арбуза. Но комплексная плоскость не отличается от обычной. Из соотношения 3 к 7 можно установить, что арбуз находится на 67 градусов. То есть арбуз обязательно находится где-то на этом векторе. Все очень просто, не так ли? Нет! Это же так ясно было!